куриная пастрама. Куриная пастрама – это прекрасная замена напичканным химией магазинным мясным изделием и просто замечательная закуска. Причем готовится пастрама достаточно просто. Куриную грудку помыть и поместить в емкость. Залить куриную грудку молоком, хорошо размешанным с солью, оставить в молоке на 3 часа. По истечении 3 часов вынуть куриную грудку из молока, просушить бумажными полотенцами и туго обвязать кулинарной нитью. Приготовить маринад. Смешать в отдельной емкости оливковое масло, мед, соевый соус, сок лайма или лимона, мускатный орех, паприку и чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо обмазать куриное филе маринадом и оставить на 10-15 минут мариноваться. Далее куриную грудку положить в форму или на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправить в духовку, заранее разогретую до 220 градусов, на 20 минут. Выключить духовку и оставить там пастраму еще на 20 минут. Вынуть пастраму, остудить, снять нитку. Порезать на небольшие кусочки. Куриная пастрама получается нежная, сочная и ароматная. Приятного аппетита! Ингредиенты. Грудка куриная 1 штука, молоко коровье 2 стакана, соль 3 чайные ложки, масло оливковое 1 столовая ложка, соевый соус 1 столовая ложка, мед 1 чайная ложка, мускатный орех четверть чайной ложки, паприка 1/2 чайной ложки, сок лайма или лимона 1 столовая ложка, чеснок 3 зубчика. Подписывайтесь на канал.